В центре Донской столицы создадут 6 тысяч парковочных мест. Эта информация поступила сегодня из городской администрации. С каждым годом число зарегистрированных автомобилей увеличивается. По последним данным, на 1000 ростовчан приходится 373 автомобиля. С учетом гостевого транспорта эта цифра достигает 500. Нехватка мест для парковки, брошенные на проезжей части машины, приводят к километровым пробкам на дорогах. Посмотрите, в три ряда все стоят. Проехать невозможно. Пробки. Строят такие большие центры, а парковочных мест нету. Большая самая проблема – это вообще стоячие пробки абсолютно. Абсолютно. Недвижимые. Парковочные места создадут на улицах Текучева, Береговая и проспектах Театральный и Сиверса. Автокризис решили победить строительством плоскостных и многоуровневых паркингов. Они появятся в парке имени Горького и на площади Соборной. Городские власти считают, парковки должны быть платными.